Амадей. Композиторы и авторы либретто Дова Атия и Альбер Коэн. Художественный руководитель проекта Эсмира Гончарова. Режиссеры-постановщики Ирина Баранникова и Эсмира Гончарова. Музыкальные руководители Сергей Табаченко и Станислав Жандаров. Балетмейстер Инна Солиная. Исполнители ролей Театр песни «Вива» концертного творческого объединения «Аккорд». Русский текст песен Анастасия Нартова, Надежда Голыбочкина. Музыканты Центра досуга и кино «Октябрь» Сергей Табаченко, Артем Дунаев, Кирилл Новиков, Дмитрий Рябошапка. Партнеры проекта – продюсерский центр CZG Media Pro. Главный вдохновитель – Вячеслав Коршун. Время. Его величество время. Оно течет неумолимо, и миллионы миллионов бесследно исчезают в его потоке. Но иногда вдруг маленькая искорка выбьется из общего движения. Забьется удивленно и, сверкнув на краткий миг, озарит бездну вечности. И как больно бывает просто оказаться рядом, понимать всю глубину и ценность этого чуда и так и остаться непричастным. Быть современником великого гения, свидетелем величайшего дара и так и не обладать им. Вольфганг Амадей Моцарт. Человек, который подарил нам музыку небес. 6 лет он написал свой первый концерт, в 11 свою первую оперу. Он путешествует по всей Европе и восхищается, он знаменит. 17 лет он капельмейстер при дворе в Зальцбурге. Он полон надежд и идей, но внезапно его судьба меняется. Князь архиепископ его покровитель умирает, а ужасный Колоредо захватывает власть. Господин Леопольд Моцарт, подойдите. Ваш сын требует отпуска для вас обоих. Я отказываю вам, если в свои 17 лет этот юноша считает работу на моей службе недостойной его таланта, то он уволен. Я объявляю вам о закрытии Национального театра Зальцбурга. Передайте ему, что он может забыть свои призрачные мечты об опере на немецком языке. Ваша светлость, выбирайте лучшего музыканта вашего двора! К черту! Я ненавижу его музыку! Вольфганг! Ты слышал это, Вольфганг? Подойди ко мне! Эти главы, их нравы.
На вашем бы месте я меньше сидел на троне. Здесь на самом деле нет ни господ, ни рабов. Шаг вперед, я иду с лицом, словно я король всерьез, что встречаете, не пойму без. Шаг вперед. Починиться, Колорадо! Нет, ба! Я должен уезжать! Моих концертов ждет вся Европа! Уезжать? Но это невозможно! Колорадо отказал нам! Я поеду один! Нет! Папа, прошу, послушай его! Папа, здесь проходит вся моя жизнь! Я говорю нет! Нет, нет! Да подождите вы двое! Леопольд, что если я поеду с ним? Ты? Но ты ведь никогда не путешествовала! Когда-то ведь надо начинать. Вольга, твоя мама поедет с тобой. Позаботься о ней хорошо. Она для меня весь мир. И ты, сын мой, устройся как можно скорее. Спасибо, папа. Ты увидишь, я напишу красивейший опера для тебя, для моего отца, лучшего из отцов. Моцарт приезжает в Мангейм. Идите вперед, мой человек.
Не волнуйся, дорогая. Я слышал, в Мангейме находится сейчас сам Моцарт. Моцарт, это то самое юное дарование, которое сбежало от собственного колорета? Я постараюсь его уговорить писать для нашей крошки. Ой, я верю в тебя, дорогой. Пригласи их к нам, а я пока переговорю с Алоизией. Позвольте представиться. Фриделин Вебер, переписчик городского театра. Госпожа, в городе много говорят о вашем сыне. Его талант, мне кажется, многообещающим. Я решил вам помочь. Я сделаю копии всех ваших работ абсолютно бесплатно. И помогу вам их распространить. Но как это вас отблагодарить? Ну, не знаю. Пойдемте-ка ко мне на чашечку горячего шоколада. Я познакомлю вас со своей семьей. Дорогой Вольфганг, позвольте представить вам нашу дочь Алоизию. Рисуют меня на свой фасон. Алоизия, в танце у княгини, это будет просто потрясающе! Сын,
подойди. Да. Мы не можем поехать в Мангейм сейчас. Подумай о заказе на оперу. Я все успею, мам. Мое будущее — это авария. Ты теряешь голову, мой малыш. Мам, все, люблю. Пойдем. Мой дорогой муж, все наши надежды рушатся. После того, как Вольфганг попал под чары этой Алоизы, его больше ничего не волнует. Я умоляю тебя, напиши ему как можно скорее и приведи его в чувство. Мы поехали на бал княгини Аранской!
княгиня согласилась продлить наш договор. О, я вам так благодарна, господин Моцарт. Ольга, сынок. Мадам. Послушай, твой отец пришел. Жизнь нас украсит. И мы
Сынок! Мама, здесь? Сынок, я чувствую себя не очень хорошо, сынок. Мам. Дорогой. Мама! Я позову врача! Помогите! Помогите кто-нибудь! Мольба. Пожалуйста! Кто-нибудь, помогите! Моей маме плохо, кто-нибудь! У меня нет денег, но я заплачу вам! Кто-нибудь! Вольга! Мам, где ты? Я здесь! Я позвал врача, все хорошо, мама! Вокруг темно! Я ничего не вижу! Я здесь! Дорогой мой! Уезжай из этого проклятого города! Париж закрыл все двери для тебя! У нас ничего нет! Обещай мне вернуться к своему отцу! Обещай мне не перечить своему отцу! Он так любит тебя. Так любит. И я люблю. Ты скажи ему, что... Скажи ему, что... Я вернусь к отцу.
Но я не сдамся. Я поднимусь на вершину своей музыки. Эта ночь танцует грустный вальс одиночества. Мой удел. Ты молчишь, ты мой не слышишь ли? Я во тьме ищу твое лицо. Не могу забыть голос твой. И я сплю на розах любви моей, как болит душа. Когда в сердце печаль, что со мной, я путаюсь в мечтах, и летит во мглу жизнь моя. Память — это тонущий корабль. Гибну я, ты руку мне подай. Не спасешь любовь. Ужасного колореда ему невыносимо. Нет, папа, я еду в Вену! Ты едешь в Вену не для собственного удовольствия, а сопровождать колореда на коронацию нового императора. Нет, папа, Вена, это мой новый шанс! Шанс? Шанс! У тебя уже были все шансы, и ты их все упустил. Твои поездки, твои знакомства, все! Пока твоя бедная мама... Ты не позаботился о ней. Нет! Ты позволил ей умереть. Нет! Ты вырвал мне половину души. Отец, всю свою жизнь я работал, чтобы ты гордился мной. И если я разочаровал тебя, то сожалею. Но сейчас я не хочу так жить. Вот! Раз я эту вену ради себя, ради своей музыки. Ты
маэстро Стефани, похищение Сирая. И кому он собирается доверить музыку своей оперы? Он попросил Вольфганга Моцарта. Спарнушный юноша, ваше величество, который везде заявляет, что напишет оперу на немецком языке. Сальери, а вы что об этом думаете? Спарнушный юноша, но бесконечно одаренный. Сальери! Спарнушный юноша, но бесконечно одаренный. Сальери! Тем не менее, нельзя отрицать его юность и неопытность. Решено, решено! Мы выбираем Моцарта. Опере конец! Император выбрал меня работать. Я докажу, что моя музыка имеет право жить. Но для начала нужно найти, где жить мне. Господину нужны чистые, уютные комнаты, свежие просто невкусный стол и уютное место расположения. Важно готово принять вас. Мы совершенно недавно переехали в Вену, но уверяю вас, вам у нас понравится. А! Моцарт! Господин! Беглец, господин изменник. Госпожа Бебер. Ну чем же мы обязаны вашему визиту? Я бы хотел снять комнату. Прекрасно! Мы знаем о вас все. О том, что вы ушли от злостного кларета, о том, что император сказал вам оперу, и о том, что вы еще совершенно не женаты. Констанция! Да, матушка! Проводи господина Моцарта! Комната! Вы очень любите! Вот, позвольте! Спасибо, я буду за вами ухаживать! Проходите туда! Констанция! И прочее.
сняты по приказу Его Величества. Лжете! Никогда император не предаст моего мужа! Скорее, да выклинитесь на Моцарта! Он величайший композитор Веры! Передайте вашему величайшему композитору, что он больше никто, и все двери Франции для него будут закрыты, и больше никто никогда не захочет иметь с ним дело. Никто и никогда! Никто и никогда! Нет, дорогой, так не пойдет. Тут же он задуман, но так нельзя совершать. Нам нужно закончить на позитивной ноте, нужно сгладить губительный эффект, что-нибудь фигра. Мой друг должен помириться с публикой. Какой публикой? Которая сегодня прославляет, а завтра презирает? Месяца до начала репетиции, а у нас нет готовых актов. Что происходит? Мой отец болен. У меня плохое чувствие. Хорошо. Что мы будем делать? Я поеду за Альцбургой. И помогу сестре ухаживать за ним. Констанция! Дорогой, тебе уже не нужно ехать. Вот улыбка гаснет, затуманен взгляд твой. Ты уходишь в небеса. Больше жить не в силах. Человек пришел из другого мира, чтобы объявить мой конец. Вот он!
Вот, я слышу ее записанные. Лакримоза, ре минор. Третий такт фа до диез ре. Первый такт вступление темы легато. Oh,
встреча наступит встреча, где лишь одна пустота, и мы поймем, пришли куда.
Ксения Пьярдова, Надежда Голыбочкина, Елена Соколова, Галина Мельник, Александр Голыбочкин, Антон Сторни, Елизавета Концова, Алексей Савченко, Алина Бердичева и Влад Шамсагинова, Северокавказский федеральный университет. В роли Моцарта Игорь Коржик, студентного Мосфорадного университета. Театр танца «Смайл» Северокавказского федерального университета. Музыканты Центра досуга и кино «Октябрь» Сергей Домаченко, Артем Дунаев, Кирилл Новиков. Балетмейстеры, постановщики Елена Гриценко, Ольга Нескеренко, Инна Соляная. Художник по костюмам Армен Мирзаян. Музыкальные руководители Станислав Жандаров, Сергей Товаченко. Режиссер-постановщик Ирина Баранникова. Художественный руководитель мюзикла «Амадей» Измира Гончарова. Наши партнеры, продюсерский центр «Сизиджи».